Сколько времени нужно спать человеку? Рубрика статьи, медицинские метки статьи, что такое норма сна? Средней нормы продолжительности сна не существует. Но для одного и того же человека длительность сна приблизительно одинакова и не должна меняться. Стойкое укорочение или удлинение времени сна одного человека говорит об отклонении. Средняя продолжительность сна в популяции составляет 7-8 часов. Достаточным считается сон на 3 до 10 часов. Исходя из этих цифр, нельзя судить о нормальной физиологии сна. По данным Национального центра медицинской статистики, около 20% людей являются краткоспящими, их сон менее 6 часов – 10%. Долгоспящими спят по 9 и более часов. Индивидуальная продолжительность сна меняется под воздействием внешних факторов. При стрессе, повышенной нагрузке время сна удлиняется. При нормальном режиме дня и летом люди спят меньше. Известно, что до изобретения электрического света средняя продолжительность сна была на час больше. Сколько нужно спать для хорошего самочувствия? Нормальной является такая длительность сна, которая не нарушает общее самочувствие, в течение дня у человека должна быть хорошая реакция с отсутствием сонливости, нарушений концентрации внимания. Известны примеры, когда люди спали 1-3 часа в сутки. При этом обследование не показывало у них каких-то нарушений. Их сон был особенно глубоким. С другой стороны, при сокращении сна долгоспящим происходит снижение внимания, концентрации, обостряются хронические заболевания. Дети спят дольше, и режим сна подразумевает сон днем. С 16-18 лет длительность сна не меняется. У пожилых меняется не время, а структура сна. Он становится легким, поверхностным, с частыми пробуждениями, иногда отсутствует сама глубокая фаза дельта-сон. Продолжительность сна у детей постепенно увеличивается, новорожденные спят около 16,5 часов, в 6 месяцев 14 часов, в 2 года 12,5 часов, в 6 лет 11 часов, в 10 лет 10 часов, в 15-19 лет 7,5-8,5 часов. Приведенные цифры представляют среднее значение по популяции, а индивидуальное время сна колеблется. У спящего и в головном мозге, и в организме в целом протекает ряд процессов. Поэтому важно, чтобы сон был ровным, без пробуждений. Во время сна снижается уровень давления, частоты сокращения сердца, температура тела, к мозгу поступает меньше крови. В период сна происходит секреция гормонов, в том числе гормона роста, необходимого для роста и восстановления тканей. Что произойдет с человеком, если он будет спать мало? Регулирующие сон системы засыпания и пробуждения находятся в динамическом равновесии и обеспечивают цикличность этих процессов. Нарушения сна могут быть как в сторону удлинения, так и укорочения. При нарушениях сна происходят изменения в психическом и социальном статусе и работе внутренних органов. В XIX веке проводились эксперименты по достижению рекордного времени без сна. Диск Жакея Питерсон провел без сна 5 ночей, после чего у него появились галлюцинации. По завершении длительного периода бодрствования он проспал 13 часов, придя в норму, однако депрессия сохранялась еще на протяжении нескольких месяцев. В 1984 году 17 лет выпускник гимназии установил новый рекорд, проведя без сна 260 часов. Уже с четвертых суток эксперимента он стал нервным, но мог играть в сложные логические игры. В лабораторных условиях проводились исследования по изучению длительности бодрствования. Изменения, происходящие с человеком при нарушении режима сна, 1-2 суток, изменения настроения, раздражительность, 2-3 суток. Кратковременные потери внимания с отключением сознания на несколько мгновений, но это еще не приводит к роковым последствиям. 5 суток провалы становятся чаще и длиннее, 10-11. День провалы настолько частые и длинные, что человеку уже непонятно, спит он или бодрствует. Он засыпает на короткие промежутки времени, стоя при ходьбе, при разговоре. При регистрации импульсов головного мозга определяются волны сна. Многие люди не досыпают, дефицит сна накапливается день ото дня и может стать причиной агрессии, безответственных поступков, провалов памяти. Иногда необходимо пренебречь длительностью сна в связи с авральной ситуацией, но не следует делать это часто. Сколько нужно спать, подскажет сам организм, ответив на сон улучшением самочувствия. При компенсации дефицита сна происходит возвращение всех процессов к норме. Видео «Сколько времени достаточно для сна?»